Дорогие друзья, уважаемые ветераны, уважаемые жители Нижегородского сельского поселения хутора Гуамки, станицы Нижегородской, Красного Дагестана. От всего сердца, от всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Каждая семья нашей необъятной Родины причастна к этой великой победе. В каждой семье есть или участники Великой Отечественной войны, или труженики тыла. Есть те, которые в самом маленьком возрасте были свидетелями этой чудовищной войны. Это дети войны, которые в одночасье повзрослели, которые теряли своих отцов и матерей, которые стояли возле станков наравне со взрослыми, которые выращивали хлеб, шили одежду. От души поздравляю вас всех с этим событием, желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья. Трудный путь им пришлось пройти, это те, кто в штыки поднимался как один.